Всем привет! Сегодня поработаем с картами в сфере денег. На фоне снижения доходов расходы остаются прежними. Давайте при помощи карт поищем ресурсы. Расслабляемся, слушаем дыхание, задаем вопрос. Мои таланты и мастерство, с помощью которых я могу заработать. Выбираем в закрытую, правильно, три карты. Давайте посмотрим. Смотрите внимательно, думайте, пишите свои ассоциации. Ну, а я сейчас по одной карте буду расшифровывать. Ну что, подумали? Итак, давайте рассмотрим первую карту. Таланты и мастерство, которые помогут вам заработать денег. Отвечаем на вопросы: что, кто, где, когда, что делает, что чувствует, есть ли я на этой карте и какие ассоциации эта карта у меня вызывает. Что я здесь вижу? Мужчина с собакой, у него много всяких вещей на все случаи жизни. Он стоит на пороге дома, пришел мне что-то предложить. На улице лето, погода прекрасная. Он принес все эти вещи для продажи. Ему весело, он уверен в себе, он сильный, знает толк в своем деле. Это не я, я стою напротив него. Как мы можем расшифровать эту карту? Возможно, у вас талант, и вы хороший продавец. И вам следует попробовать продать что-нибудь из ваших вещей, которыми вы давно не пользуетесь, либо которые вам не нужны. Следующий вариант. Возможно, вы мастер своего дела и сможете из ничего сделать шедевр, который, в свою очередь, также кто-то купит. Следующий вариант. Возможно, у вас талант организатора, и вы можете собрать таких людей в команду и организовать их работу. Что для вас эта карта? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень рада вашим вариантам ответов. Для меня. Что эта карта для меня? Я давно очень продаю товары на Авито и Юле. Прошу недорого. Продаю людям, которым это необходимо. А вещи мне приносят соседи, когда разбирают свои подвалы и чердаки. Я беру с продажи свой процент, оговаривайте сразу, и все довольны. Следующая карта, вторая. Что я здесь вижу, кто находится на карте, что делает, что чувствует, есть ли я на этой карте, какие ассоциации эта карта у меня вызывает. Что здесь мы видим? Клоун на пятачке с микрофоном в руках. Вокруг толпа людей. Каждый вечер на арене. Показывает представление. Веселит людей, что-то рассказывает им. Чувствует веселье, уверенность, радость. Да, это я. Люблю делиться позитивным настроем, поднимать настроение своим подругам. Возможно, у вас есть талант рассказчика, певца, танцора. Поделитесь своим талантом с другими людьми. Наверняка найдете свою аудиторию. Возможно, вы мастер своего дела. Умеете хорошо шить, вязать, складывать оригами, ремонтировать дом, прибирать по-особенному как-то квартиру или вкусно готовить.
Напишите 10 своих умений, расскажите об этом своим друзьям и их знакомым. Кому-то это будет интересно, поверьте, найдутся такие люди. Что для вас эта карта? Ответьте на вопрос. Что для меня? Я умею шить, вязать, делать разные поделки. С этого, собственно, и начался мой путь на YouTube. Есть у меня плейлист «Мастер-классы», «Талисманы и обереги». Есть у меня плейлист «Музыкальные поздравления». Заходите, смотрите. Заявляйте о себе погромче. Сейчас для этого самое время. Ну вот и третья карта. Давайте рассмотрим ее. Что, кто, где, когда, что делает, что чувствует, если я на этой карте и какие ассоциации вызывает. Применительно рассматриваем вашу карту с вопроса таланты и мастерство, которые помогут мне заработать денег. Что я здесь вижу? Девушка на лугу, где много цветов, теплым летом, вьются вокруг птички и бабочки. Она босая, на голове венок из цветов. Рыжие длинные волосы, руки подняты вверх, держат ленту, а птички ей помогают. Сверху падает звездный дождь. Что она чувствует? Чувствует радость, счастье, безмятежность, гармонию. Смеется, бежит по лугу босиком, без страха, готовая всем помочь, открытая и доверчивая. Возможно, у вас есть талант помогать людям безвозмездно, либо за символическую плату, либо за хорошую плату. Подумайте, что в нынешней ситуации необходимо практически всем. Делайте это с открытым сердцем. Поверьте, люди готовы платить за помощь искреннюю и настоящую. Возможно, вы мастер вызывать у людей доверие и положительные эмоции. Сейчас такая напряженная обстановка, и если вы хоть как-то, но по-доброму, сможете хоть чуть-чуть уменьшить это напряжение, сделайте это. Люди вам будут благодарны. Возможно, и в денежном эквиваленте, а возможно, своим добрым словом, которое тоже вам поможет утвердиться в чем-то. Что для вас эта карта? Напишите в комментариях. Буду вам очень признательна. Для меня. Я стараюсь поддерживать людей в создавшейся ситуации. Каждый день при помощи метафорических ассоциативных карт я в закрытую выбираю карту дня и даю ей название и маленький поддерживающий совет, что поделать в режиме самоизоляции, как разнообразить общение. Посмотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за видео. Будет много интересного. Всем пока!